С 9 по 13 декабря на стадионе «Труд» проходили учебно-тренировочные сборы, итог которых – традиционное показательное выступление по мотогонкам на льду, посвященное памяти старшего тренера Сергея Александровича Старых. В этом году приняли участие в учебно-тренировочных сборах 6 стран Европы. Чехия первый раз приехали к нам в гости и очень довольны. Голландия, Германия, Австрия. Из России, из города Ижевска, город Москва, Глазов, город Слободской. Погода и в этом году устроила слобожанам, как принимающей стороне, нешуточные испытания. Не просто было наморозить, а главное сохранить качественный лед во время оттепелей. Лед идеальный, как никогда наморозили 25 сантиметров. В течение трех недель, с первого мороза, как мы начали, то есть все эти ночи напролет, многие жители, кто живет рядом со стадионом, видят, как на коленках ходишь там, каждую лужицу закладываешь снегом, чтобы она мерзла. Ну, а это результат. Знаете, лед, главное, чтобы он был толстый, потому что шипы очень длинные, 30 миллиметров, и они лед грызут. А если там попадется бетон, то есть шипы выходят из строя. В Европе до сих пор нет льда, по крайней мере, такого, который нужен этим спортсменам. Даже в Финляндии по сей день зеленая трава. Потому наш лед гостей порадовал. К тому же на стадионе «Труд» в их распоряжении теплый гаражный бокс, в котором можно обслуживать мотоциклы. Иностранцами, гостями из других регионов России понравились наши гостиницы и объекты общепита. На сборы приехал один из лучших гонщиков Германии Ханс Вебер. Он не говорит по-русски, преодолевать языковой барьер помогает переводчик. Это мой второй приезд в Слободской. В прошлом году мне очень понравилось здесь. Слободской – маленький город, но люди добрые, и это замечательно. Мотогонщиков капризы погоды не расстраивают. Наоборот, спортсмены радуются, что нет сильных морозов. Тренироваться можно в полную силу. Потому за день делали несколько заездов. А в коротких перерывах между ними лед на стадионе слобожане восстанавливали, как могли. Ледовый спидвей – спорт для настоящих мужчин. Правда, в Слободском рядом с именитыми гонщиками уже не первый год тренируется молодежь. Юные мотогонщики из Удмуртии, которым едва исполнилось 18 лет, на сборах перенимают опыт у признанных звезд мотогонок на льду. Народ приветливый, все очень. Вот. Ну, мы привозим сюда, вот, ну, ездит на, не знаю, 3 человека, на 4. Вот сейчас 2 приехали, потому что мы, ну, молодежь привозим. Условия хорошие, тренировки тут. Здесь мы уже как дома. Динара Валеев, вот у нас нынче бронзовый призер чемпионата мира нашего воспитания. Тоже вот здесь все обкатывали. Здесь эти накатываются, молодежь приезжает, опытные гонщики. А где молодежи кататься? Только вот здесь. Ведь есть от кого учиться. Объясняет им все.